Когда я приехал в эту страну, все, включая мою семью, считали меня девочкой. Моя мачеха была строгой религиозной женщиной и относилась ко мне не так, как к моим братьям, и это причиняло мне боль. В подростковом возрасте я понял, что меня не влечет к парням. Более того, мне хотелось стать одним из них. Узнав об этом, моя семья выгнала меня из дома. Вот так я распрощался с прежней жизнью. Я оказался бездомным в большом городе, пытаясь при этом понять, кто же я. Я был травмирован и дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Потом я познакомился с группой, которая поддерживает меня, и человеком, которого я теперь называю отцом. Их истинная любовь и принятие помогли мне осознать, что я могу быть собой и внешне. Я наконец-то чувствую себя комфортно в своем теле. Сейчас я чувствую себя свободным.